сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Московской области во взаимодействии с Минздравом России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты дачи и получения взяток должностным лицом Министерства здравоохранения Московской области и представителями коммерческих организаций. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что начальник одного из управлений этого ведомства за денежное вознаграждение способствовал в выдаче предпринимателям лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также производил действия, которые позволяют организациям побеждать на аукционах, что в последующем предоставляло им право заключать контракты на поставку расходных материалов в лечебные учреждения Московской области. Сумма взяток варьировалась от 25 тысяч до нескольких миллионов рублей. Стоит отметить, что Следственным комитетом в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Московской области совместно со следователями Следственного комитета были проведены обыски в 16 объектах на территории Москвы и Московской области, где предположительно могли храниться доказательства противоправной деятельности подозреваемых. В результате проведения обысков жилых помещений и офисов изъяты финансовые документы, печати, мобильные устройства, денежные средства в иностранной валюте и рублях. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.